Этом птах 2 года. В спаркич не бывал. От завьялоску самца и от моей белясой кисаньки. Интересно с ним было. Месяц, наверное, в 3,5, в 4 начал гонять в вольере всех. Я его отсадил. Он недель, наверное, 3, а то и месяц просидел, мяу не сказал. Тарлан тут приезжал. Я говорю, забери его. А что это, заболтались, кофе. Чай, кофе, потанцуем, и уехал. И его опять к самкам. Месяц 2, наверное, прошло. Гляжу, там кто-то с полной песней гоняет их. И вот такой птах получил. Стабильники тоже. Скоро спар, горлышка так неплохая на задах. Бубенцовый роспет выдумали. Вот такие пироги. Ну ничего. Денек другой, вот неделька. Да. Ну ты еще не с этого начал-то. Вот говнюк какой, в той комнате стоят кеннер, они там 2 кеннера стоят, а он 3-й стоял. Вот они спелись, тот оборвал песню, а этот подхватил. Сейчас зады начнет шарашить. Так, ну хорош на этом.